Среди призеров – представители всех 30 клубов. В Каспийске, во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева прошло первенство Дагестана по ушу-сэнда. Соревнования посвятили участникам СВО. За ходом поединков наблюдал Дан Шугом. Несмотря на свой юный возраст, представитель населенного пункта Губден Карабдокенского района Халид Магомедов уже является неоднократным победителем первенства Дагестана. Воспитанник своего отца и президента Федерации УШУ Магомеда Али Магомедова весовой категории до 36 килограммов провел 4 поединка. И во всех ученик 7 класса праздновал успех, тем самым вновь покорил заветную вершину. Рядом держался меня этот бросит, а я на дистанции работал, ногами, руками бил. А вот у представителя Карабдахкента Пахрудина Пашаева не получилось попасть даже в призовую тройку в весе до 45 килограммов. Подопечному Малата Салаватова становился победителем первенства Дагестана в прошлом и позапрошлом году. На этот раз помешала травма. Я дрался в ближнем бою и делал лоу-кики. После этого он мне попал в глаз, я злился и подрался в ближнем бою. В течение 2 дней обладатели 28 комплектов наград определили среди 350 юных спортсменов. За ходом их наблюдали не только специалисты, но и участники СВО. Мы посвятили это мероприятие в честь участников СВО, наших спортсменов, наших сандаистов. Там очень много ребят, к сожалению, и убитые есть, и раненые, и еще живые. Я бы пожелал этим пацанам, чтобы они поскорее вернулись домой к своим родителям, целые и невредимые. Среди лидеров – спортсмены Буйнакского и Карабдокенского районов, а также представители спортивных клубов Махачкалы. По итогам турнира наставники сформируют команды республики для участия в соревнованиях округа. Пройдут они с 10 по 11 февраля в Каспийске в спорткомплексе Курамагомедова. Уже в ближайшую субботу и воскресенье 3 и 4 февраля во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева состоится чемпионат и первенство Дагестана по ушу-сэнда. Дан Шугом, Паризат Курбанова. Время новостей. Каспийск.